Приветствую, друзья! Встретились мы с вами снова в Dirt 3, игрушка 2010 года. Итак, друзья, продолжаем с вами карьерку, посмотрим. Мы там, вроде бы, если я не ошибаюсь, мы не допроходили тут некоторые дисциплины, которые открылись у нас немного позже. Да, вот я вижу, короче, спринт в Ваяксю. Классика Финляндия. Итак, друзья, берем ее, значит, так, заезд в Ваяксе 3,4 километра. В общем, две гоночки у нас. Нам сейчас нужно выбрать с вами какую-то машину. Наверное, Toyota Tacoma возьмем. Что-то не очень мне знакомо эта машинка. Но давайте попробуем. Две гоночки у нас. Так, Финляндия, в общем... Ага, вот такая вот у нас машинка. Походу, что-то скоростное будет, да? Ой, как машина выглядит. Я что-то такую даже не видел на фантиках жвачек турбо. Как это она доисторическая. Нам надо третье место получить, как минимум. Так, ребята, должны первыми приехать. Отлично, первое место у нас. Супер. Так, продолжаем. Фух. Так, друзья, первое место прошли. Теперь у нас там еще одна гоночка будет. И... Да, вот она. Музыка какая хорошая. Снова на этой машине мы с вами. Гонка. Audi Sport Quattro перед нами. Ну, давай, поехали. Давай, прём. Как-то вырвался. Thank you.
Ну и какой четвертый? Ну, в принципе, сойдет. Мог бы, конечно, и быстрее проехать. Но все равно. Вполне меня устраивает заездик. Там первое, здесь четвертое. Итого у нас или второе, или среднее место. Так, откаты не использовались. Ну и супер. Так, друзья, все зашибись. Итого, первое место мы получили. Так, это что? Здесь мы его также проезжали. Я смотрю на бронзу. Поэтому закрываем эту дисциплину. Переходим сюда, вот в красную зону. О, смотрите, у нас что-то здесь открылось. Итак, лихорадка по ралли. Колизей Ла. Так, ралли-кросс. Итак, начинаем. Выберем сейчас машинку. Что тут у нас? MG, Ford Focus, Peugeot. Митсубиха, Субарика возьмем. Не знаю, мне вот кажется, вот Субару вообще, вот машины, у них даже название само по себе говорит, что машинка рождена для победы. Так, Колизей Ла. Окей, друзья, давайте начинать. Ралли-кросс. Красивая, конечно, машинка. Смотрите, это Subaru VRX STI, да, я так понял? Потому как, смотрю, именно задние фары именно выдают. Да, ёлы-палы. Поездим немного из салона для атмосферы. Да ладно. Фух, прощемился, идите, что я. Так, вроде нормально, ребята, прём. Остался еще один круг у нас. Вот и финиш, отлично. Sub-Zero первый. Круто. Так, продолжаем. Так, открыли еще какое-то достижение, ачивку Air Miles. Ну отлично, Oxy. Oxy 65. Так, это у нас заезд номер 2, да? Ну поехали. Походу, эта трасса в обратную сторону.
Давай, давай, давай. Нормально, ребята, вырвались. И смотрите, у нас это третий круг, мы с вами едем. Уже у нас лидерская позиция. Давай, 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 все. Вот и финиш. Фух, первое место. Отлично, друзья. Завершили мы первую дисциплину. Ралли-кросс. Первое место у нас там, по идее, должно быть, да? Ну, супер. Так. Отлично. Первое место. Смотрите, даже открылась новая дисциплина. Так, хорошо, друзья. Переходим к следующей. Это мемориальный парк. Минута 30. Джимхана. Короче, здесь какие-то трюки показывают, но... Как вы знаете, я, в принципе, я не любитель Джимханы, поэтому не уверен, что я здесь буду показывать какие-то супер-пупер результаты. Ну, а там посмотрим, что здесь. Так, Колизей, все ясно. Ох, ну машина, конечно, у меня вообще просто крутейшая. Да, Джимхана, короче, все ясно. Сабзира первый, да ладно. Вот это я, конечно, чувак, даю. Ну супер. 261 тысяча очков. Даже сам не ожидал, что я так могу круто ездить и показать Джимхану. Для меня это был сюрприз, ребята. Действительно. Отлично, открыли также финал ралли. Ну отлично, как раз пройдем вот эти вот две дисциплины и... А вот
Так, штурмовая джимхана содержит несколько трюков, которые могут быть выполнены в любом порядке. Просто сделайте их как можно быстрее и завершите состязание. Ключом к этапу состязания является нахождение оптимального маршрута между трюками. Вот оно как. Ой, даже не знаю, ребята. Так, здесь нам придется, наверное, камеру поменять. Поставить ее от капота. Так, старт. Блин. Понятно, мы здесь уже были. Завершено. Сабзира, короче. Короче, слили мы эту гонку. Ну и хрен с ней. Так, идем. Идем. Итак, друзья, остается у нас последняя гоночка. Так, это мы не прошли. То есть идем мы с вами на финал. Вождение по выставкам 6 кругов. Это у нас ралли-кросс. Так, друзья, ну, что мы выберем? Давайте Ford Focus на этот раз. На Subaru мы ездили. Теперь на Mitsubishi будем с вами проезжать. Так. Колизей. Все ясненько. Так, ну и поехали. Машины просто падают обороты на этих самых, когда пользуешься ручничком. Хоть бери да вообще не пользуйся. Так, третья позиция у нас. Так, что там мы там... Идеальная траектория, наверное. Ух, тяжело-то как. Ух.
только третий круг. А их 6 кругов надо проехать. Давай, 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 давай. Ух. Третья позиция. Нехило мы сдулись. Ух-ух-ух-ух-ух, давай-давай-давай-давай. Понемногу нагоняем, конечно. Пятый круг. Ёлки-палки, давай! Еще один кружочек. Давай, 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 давай! Последний кружок. Фух, ребята, первое место, наконец-то. Так. И что это? You raced on the big stage and you blew everyone's doors off. Это неожиданно какой-то ролик. I'm so proud of you. Totally. Congratulations, dude. How's it feel to be one of the big dogs? То ли что-то открыли мы, что-то новое. Ага, какое-то достижение. California Dreams. В общем, позиции, откаты не использовались. Водителя репутация 13. Так. Colin McRavish. Команда Colin McRavish заинтересована. Проверьте раскраску и предложение. Так, друзья, открывается нам новый ромбик, да? Я так понял. Да, третий сезон. DC was really impressed by your rating, so they've given you access to the newly upgraded depot at Battersea. Отличненько. Ну, в общем, друзья, на этом завершим эту серию. Всем спасибо за просмотр, кто оставался, кто болел за меня.
кто ставил лайки, а также подписался на мой канал, если вы впервые. Всем вам за это спасибо. С вами был Сабзиро, и до следующих видео. Пока!